мы представляем фабрику польского производителя продуктов питания. Здорового питания, продукты без глютена, маленький перекус, еда для завтрака, вот такие вот продукты. Наш бренд называется бренд «Купец». Он является одним из самых популярных брендов Польши. В каждом магазине от мала до велика в Польше вы найдете нашу продукцию. В России мы начинаем продвигать свой бренд, но рассчитываем, что в будущем мы хотели бы занять большую долю российского рынка. На самом деле тренд на здоровое питание, он на Западе очень развит. И постепенно эта мода на здоровое питание, на замену хлеба, на какую-то овсянку, да, оно приходит сюда и на Восток, в Восточную Европу. И, я думаю, в этом ключе Прибалтика может быть примером, потому что там очень мы много продаем и развиваем наш продукт. И вот появляемся мы маленькими шажками на российском рынке, в Беларуси мы есть. Самые ходовые наши продукты – это, наверное, рисовые вафли без глютена в ассортименте. То есть это рисовые вафли с морской солью, либо мультизерна, либо с кунжутом. Если говорить о кондитерке, потому что мы представляем также и кондитерскую продукцию, это рисовые вафли в шоколаде в двух вариантах. В темном шоколаде, либо в молочном. И 100% бельгийский шоколад. Ну, на данный момент мы представлены в таких эксклюзивных сетях. Это сети Бахетле, это сети Ленд, это магазин Стокман, это универсам Цветной в Москве. То есть пока, скажем так, мы находимся, наверное, на полке премиум, но я думаю, что ничто нам не мешает, если честно, оказаться в каких-то больших федеральных сетях. Мы заинтересованы в продвижении, в производстве собственной торговой марки. Мы работаем с сетями из Великобритании, Северной Ирландии, начинаем работать с Францией. Вот, и также в Канаде и в Соединенных Штатах. Ну, на самом деле, если говорить о Польше, о внутреннем польском рынке, то мы продаем как бренд самый популярный, как я говорил. То есть мы отгружаем, у нас круглые сутки работает завод, три смены, все грузится постоянно. Вот, если говорить о экспорте, то самым, скажем так, нашим движущим рынком сейчас это рынок, опять-таки, Западной Европы и Соединенных Штатов. Поэтому я считаю, что российский рынок, он как бы пока отстает, но я думаю, за счет этого имеет как бы очень большой потенциал, потому что мы продаем пока сюда только очень мало. Мероприятие нам очень понравилось, потому что мы очень редко берем участие в выставках в России. Последний раз мы, наверное, выставились лет 5 назад. Поэтому после такого долгого промежутка времени появление здесь, ну, на самом деле, это шок, это приятная неожиданность, да, то есть столько желающих, у нас столько контактов сейчас появилось потенциальных, которые мы, конечно, со временем должны окучить, обработать и так далее. На Питерфуде что хорошо? То, что ты можешь встретиться с закупщиками сетей напрямую, потому что к этим людям в обычной жизни очень сложно достучаться, даже чтобы они тебя выслушали, просто вот я такой есть, Венедикт из Польши, послушайте обо мне, да. Здесь есть такая возможность, мы ей воспользуемся. Я надеюсь, что все будет хорошо.